Добрый день. Меня зовут Владимир Гусак. Я хочу дать отзыв о обучении школы, в школе Кайлас. Я ученик пятой ступени. Что в нашей семье произошло в 2017 году? Мы купили фабрику для производства соляных ламп площадью 300 квадратных метров. Ее еще и смогли переоборудовать, увеличив на 100 квадратных метров площадь. Также я читал заклинание, которое позволяет человеку путешествовать с фестиваля на фестиваль. То есть это специальная практика, которая дает возможность жить на юге, посещать интересные мероприятия. И вот за прошедший год мы посетили с семьей 3 фестиваля. Один из них в Санкт-Петербурге, это были звезды мирового балета Dance Open. Также мы посетили фестиваль оперного искусства. Кроме этого, побывали на джазовом фестивале в Карадаге. Также позволяли себе очень часто ездить в Киев на концерты. Благодаря Андрею Андреевичу у меня произошло улучшение в здоровье. Я думал, у меня болит поджелудочная. Я ее лечил, там, очищал, питал и так далее. Но боли не уходили. Он мне сразу сказал, что это не поджелудочная, а воспаляется у меня сигмовидная железа. Она просто дает туда боль. И плюс посоветовал календулу. Я попил обычные календулы, отравы. У меня все эти проблемы прошли. Обучение в школе Кайлас, ваша жизнь превратится в самолет. То есть вы разгоняетесь, там первую, вторую, третью ступень. И с четвертой ступени вы уже летите. То есть как бы поднимаешься над уровнем проблем, не стыкаешься с всякими мелочами. Скорость увеличивается, и правда, вот такие вот выражения его, только пристегните ремни, и вы полетели. Это так и есть.